значит, что они не настоящие. Да, но может, они не хотят, чтобы их нашли. Я слышала, они довольно свирепые. Йети только выглядят свирепыми. Наверное, им просто не нравится постоянно мерзнуть. Мне бы это тоже не понравилось. Тебе не обязательно мерзнуть, Лара, если ты не хочешь. Смотри! Генри, что случилось? Леди Крофт, пожалуйста, тревога. Говорит право танка 229. У нас неисправен левый двигатель. Пытаемся выпустить шасси. Мы разобьемся? Правый двигатель не реагирует. Нет, мы что-нибудь придумаем. Стабилизатор заклинит. Руль не слушается, мы теряем высоту. У нас сильный крен вниз. Закрой глаза, Мина. Я не хочу закрывать глаза. Знаешь, мне кажется, ты нарочно забыла свое альпинистское снаряжение. С чего это ты взял? Серьезно, Зип, это как подняться вверх по лестнице, только не так скучно. Ага, как же. Меня мутит каждый раз, когда ты смотришь вниз. Эй, Алистер вернулся. Бери наушники. Быстро ты вернулся. Из Флоренции, да? В последний момент выбрал гены. С такими темпами моя диссертация никогда не увидит свет. Ну да ладно, что ты делаешь в Боливии? Гуляю. Алистер, познакомься с Тиванаку. Очень милая дейнгская цивилизация в настоящий момент лежит в руинах. Очень приятно. Я ищу определенные артефакты. Уже довольно давно. Один старый друг, работающий в Лапасе, поведал мне многообещающие слухи. Артефакты какого рода? Украшенный каменный постамент. Ну и еще кое-что. Здоровенный кусок камня. И она не признается зачем. Эй, сделай одолжение, проверь свой пал. Он все еще работает, если тебя это интересовало. Класс, они сказали, он водонепроницаемый. Ты можешь с ним плавать безо всяких проблем. Ну разве что ты его съешь, тогда придется часок подождать. Если ты будешь так раскачиваться, меня начнет мутить, Лара. Тогда отвернись от экрана. Осторожно. Дыши глубже, Зип. Нам предстоит долгий путь. Я и забыл, что ты такая оптимистка. Чуть не задело.
Я на месте, но я не вижу никаких скалолазов. Я не могу стрелять без приказа, когда я никого не вижу. Я уже настроился прикончить кого-нибудь, а тут пусто. За ним должок. Черт, я это лично Ратманду присяду. Как ты думаешь, кто он такой и на кого работает? Понятия не имею. Он абсолютно ничем не примечателен. Это хорошо или плохо? Это подозрительно, что не есть хорошо. Танцевала вокруг, вопила что-то. Да, я бы вмазал ей по первое число. Ага, чувак, конечно. Кто эти парни? Вопрос скорее в том, зачем так усиленно охранять какие-то руины. Это точно. Ну разве это не прекрасно? Кажется, я снова влюбляюсь. Ты говоришь это всем руинам? Я чрезвычайно везучая девушка. А вот и чертовы туристы. Едут все портить. Твоя камера не показывает таких мелких деталей. Что ты видишь? Мужчины с ружьями. Наемники, судя по виду. Что они тут делают? Напрашиваются на неприятности.
всегда болезненно. Дилетанты. Кто-то выбрал неудачное место для охоты.
спустя тысячи лет.
Да, и все еще дышу. Я надеялся, что мы когда-нибудь встретимся. Спокойно, мы просто поговорим.
Я слушаю. Возможно, ты находила часть вот этого. Тебя это сюда привело? Где ты это нашел? Это не важно. Важно то, что оно делает. Тебе это известно? То, что мне известно, касается только меня. Значит, неизвестно. Следовательно, своего фрагмента у тебя нет. Аманда говорила, что ты небрежна. Тебе следовало быть более внимательной к Параисе. Аманда? Аманда мертва. Черт побери, что ты знаешь о Параисе? Разговор окончен. Их больше одного. Отец был прав. Что это было? Сварите побольше кофе, парни. У нас впереди еще работенка. Значит, жизнь продолжается. Не могу сказать, что я против.